День космонавтики стоит сделать выходным днем? Сейчас у нас рабочий. Заслуживает ли он вот праздничный день выходного? Наверное, заслуживает. Мне было 11 лет, когда это совершилось. Я очень хорошо помню все. Не знаю, надо рассуждать, наверное. День космонавтики заслуживает того, чтобы был выходным днем? Да, рабочий? Конечно. Да. Конечно. Почему? Ну, как бы погулять с семьей там нормально, чтобы расслабиться. Ну и как бы честь Юрия Гагарина там можно пройтись, посмотреть на это все. А то ну всегда не выходной уже, даже дети не знают, что это такое там и тому подобное. Даже нашего Гагарина толком не знают. День космонавтики заслуживает того, чтобы быть выходным, как считается? Обычно рабочий? Ну, может и заслуживать, только у нас много выходных уже и так. Слушайте, ну у нас в России так много праздников. Я думаю, что нет. Так что работаем, ребята. День космонавтики должен быть выходным днем? Нет. День космонавтики должен быть выходным днем? Потому что он рабочий. Конечно. Да, конечно, выходным. Почему? Ну, потому что мы смотрим в небо и погружаемся в воспоминания о том дне. Я считаю, что не нужно выходным днем. Ну, это не такой уж знаменательный праздник. Как, допустим, 9 мая или там 1 мая. Ну, а день космонавтики, ну, уже привыкли, что работаем. Наверное, должен быть. Все-таки это великий праздник, то, что Юрий Гагарин полетел. Наверное, да. Ну, я считаю то, что день космонавтики – это в первую очередь праздники о дне человека, который первый полетел в космос. О Юрии Алексеевиче Гагарине. Я считаю, ну, скорее всего, да, нужно делать. То есть должен быть выходным? Конечно. Ну, почему? Можно и сделать выходным. Почему? Ну, потому что наш космонавт Советского Союза полетел первым в космос. Заслуженно. Заслуженно, да, чтобы никто не присоединялся к этому вообще. Думаю, да. Все любим выходные. Все отдыхать любят. Больше лучше. Обязательно, это мой день рождения, это просто несомненно должен быть выходной день. А вы как считаете? Ну, я считаю, что день космонавтики должен быть не просто рабочим днем, а он должен быть рабочим днем во благо космонавтики. То есть рабочим все равно? Рабочим. Мне не разделились.